Ребят, всем привет, мы снова в песню играем. Белоруссия 3 опять. Сегодня мы играем опять Белоруссия. И здесь мы будем занимать первое место. Опять не сам ГТР. Здесь не надо скорость, ну здесь не надо время, скорость. Не, не хватит. Не хватит, да. Ну что, надо будет сейчас еще раз. Второй. Надо набрать скорость, смотрите, то есть это не скорость, не время. Надо спокойнее. Надо... У нее вот рывок со скоростью уже плохо, если здесь создать вот такую траекторию. Ну, сейчас и... Ну, вряд ли так. Вряд ли, вряд ли. Ну да, надо не сейчас. Ну, в принципе, нас устраивает. Просто я не понимаю, ну, давай мы сейчас можем просто тачку поменять, потому что у нас же есть тачка немножко якобы получше. Сейчас мы пройдем ее еще раз. Ну, не Саня. О, кубок, найс. Хорошо. Могу я не открылась. Давай, все, спасибо за бонус. Все, спасибо огромное. Давайте еще раз придем. Двок только вот на Ниссане. Только на, ну, как бы тоже на Ниссане, только на другом. Я не думал, что будет прям вот разница огромная. Ну, к Сервоксу тоже. Не, к Сервоксу, а что лучше? Я ничего не... Я ничего не хочу говорить. Но, кажется, Сервокс получше, чем... Я не знаю. Не, на Ниссане было получше. Ну, на ГТР было получше. А, не будем занимать, все, у нас третье место. Все хорошо. Дай приходить к другой гоночке. Да, переходим. Ну вот. Давайте купим. Лобеха. Блин, все началось с ГТР, блин, а здесь вот так вот нас обломает. А, ничего страшного. Лобеха, ема. Я бы на Ниссане ГТР их бы разнес. Ну да, она получше. Здесь явно получше. Я бы на Ниссане бы разнес. Реально. Не бы мышка тут. Зачем? Зачем тормозить? Зачем тормозить, так проходишь? Ну что сделано, бывает. Ой, ема, там резкий разворот. Так вот они на Ниссане едут. Так вот они на Ниссане едут. Надо прокачать все, что есть. Но мне не хочу тратить деньги, потому что у меня их мало. Просто другой тип. Да, они тректоры, реально. Я вот так вот тупо обхожу и все. Да, не такая траектория. Не, выглядит плохо. Короче. Как и в салоне, так и снаружи. Ема! Ай-яй! С аварией очень круто получилось. Можно посмотреть повреждения сейчас? Не серьезно. Ты что, я не понимаю, что мне тормозят? Ну, наверное, ну, а, три круга, ну, есть, а, второй раз, ну,
Ну хотя бы на третье место, вряд ли первое, потому что здесь мне еще довольно. Ну я опять засмотрелся, как в прошлом, ребята, как в прошлом ролике я засмотрелся тупо. Ну все, не, давайте еще. Вот у меня тачка повреждена очень сильно, я не хочу. Ну вот видите, у меня пипец тачка полетелась, я не хочу играть с таким повреждением. Ой, поэтому сыграем, ребят, еще раз. Let's go. Погнали. Резко я разворот, если пройти по внешнему. Если пройти по внешнему, если я разворот, да. А, нет, я разворот, поворот. А, я не ждал. Я думал, здесь разворот, а не поворот. Не, не написали. А где будет разворот? Походим по внешнему. Даем дрифта. Ходим между 13-м. Не 12, не 13. Здесь разворотик. Боже. Боже. Я подрезала. А чтобы малина жизни не казалась. Чтобы жизни малина не казалась. Так входишь в поворот, зачем что-то тормозить? Кого подписывать? Торможение вообще для кого? Найс, хорошо. Идеально вошел. Ну да, здесь надо притормозить, здесь ты не найдешь. Не, по внешнему. Я думал, что я по внешнему бою. Не, вошел. Еще в позицию потеряла. Ну, позицию на время очень много потеряла. Ну как что-то гоню. Ситуация прям точь-в-точь повторяется. Она не точь-в-точь. 9 место, 2 круг и... Ну, начался 2 круг, и не знаю, что... Ну... Не, вот, типа, я его обойду рано или поздно, да, но я... Мне надо будет так сделать еще 7 или 8 раз. Ну, кстати, здесь на поворота я могу пойти. Просто пораньше затормозить. Ну, такой еще. Позицию вернул, еще без повреждений. Поэтому такая, ну, не очень самая хорошая машина. Я не знаю, да, что мне делать для победы. Ну, типа, видишь, они тормозят, они боятся. Они реально боятся чего-то. Не совсем понимаю, чего. Что-нибудь это... Ну, камон, я сейчас где... Позиция была тупо из-за того, что я и начал... То, что я гожу. Ну, конечно, не совсем легально, согласен, но все равно. Боты слишком скромные. Ну, реально. Но я не думаю, что я прям... Не думаю, что будет первое место. Шансов уже попозже. Хотя я одинаково, потому что когда был первый круг, я был не знаю, сейчас уже второй круг заканчивается. И я он и на 7-м. Поэтому я не думаю, что я успею хотя бы до 3-го дальше дойти. Еще долго когда рыбал потерял, наверное, секунду делал. Последний круг, ну, последний круг, блин. Камон, ну как я здесь? Ну да, максимум, хорошо, максимум 2 я обгоню, да, но я не знаю, ему там топ хотя бы, топ-3. Вот, видишь, я вот так вот сделаю. Ну окей, я обошел, да, но что с этого? Занялся стул, ну и что, ну блин, ну. Я вот, он ли 5-го догоню максимум. Ну, либо вообще вот так вот сделал. Блин, вообще ни цепка не цепляется, нифига за дерево. Ой, за травму. Ну, немножко время, кстати, сэкономил. Вот тоже нормально.
немножко сокращаем. Хотя можно догадаться. Опять же, пятое место. Знаю, сейчас... Ну, ситуация нормальная. Ну, кстати, сейчас могу просто так делать. Не, потерял время. Здесь потерял немножко. Ну да, все, видите, как он далеко шел, все. Даже пятого места не будет. Давайте хотя бы на последний дрифтанем. Ну да, ребят, я повредил пипец очень сильно машину и даже не занял пятое место. Да. Ема! Два двигателя прокачу. Не хочу больше качать. Нормально, ребят, боже. Что стоит, ребят? Давайте, ребята, мы можем, понимаете, мы можем сделать. Комбайн жесткий, Поняли. Так, запомни, здесь поворот, я походим по внутреннему и... Ну, если сейчас он не нажимает, Нет, все, так же. У меня тачка повреждена, минус скорость, и я не делаю. Ну что, ребята, шашки? Ребята, шашки. Встал. Ну, обошел. А, нет. Нормаз. Что нормаз? Он не ставит три злых чисто. Задумано было, знаешь. Ну, нафиг не было, что-то. Здесь поворот. Не было. Нормаз. Нормаз. Хорошо. Шансы есть. Еще большие. Найс. Сыграл, честно скажу. Я хотел за бок его. За больше. Задний. Брать мешает. Ничего не вижу. Надо закрыть. Thank you.
может быть, 5-е место займет. Может, даже побольше. Слоника. Пятое. Главное ее поддержать и вообще хотя бы 3-е забрать. Было вообще проще. Спасибо. Ты я снайпер. Чем водила. Больше, чем водила. Рон, 200 ярдов, в принципе, я не догоню его. Но у меня есть шанс хотя бы на то, чтобы сохранить 4-е место. Да. Видишь, я как бы сокращаю, да, но это прям не особо значительно сокращаю. Не, есть шанс, но опять. Мало. Ну, напрямую он мне точно здесь не так, потому что у меня же тачка не в хорошем состоянии. И в целости сохранности. Уже немножко помято. О, нет, сейчас я потерял, наверное. Да, сейчас еще одну дрифт потерял. Я разгон сейчас на стрелок трачу. Ну, и здесь концовку эту. Ну да, навряд ли я на GTA здесь бы получше прокатился. Тачка у меня все вымазана. Он сломанный, блин. Вот. Ладно, ребят. Сегодня пока 4-е место. Сколько, нихера себе дорогой ремонт. Давай еще прокачаем тормоза. Тормоза очень важно. Вот. Давайте быстренько сейчас рубанем. Быстро. Давай последний, ребят. Я сейчас прокачаю машинку. Не грех они не проехать после такого тюнинга. Фулл ремонт, ребят. Новая совершенно машинка, ребят. Надо прокатиться. Давай. Остальные свои ошибки. И делаю их в будущем. Найс. Пошел. Все, уже минус 7. Минус уже 8 пойти. Найс. Блин, он прорезан. Сейчас потерял немножко. Ну ладно. 5-я позиция уже сходу. Понимаете? Это себе такой не хухры-мухры. Ема! Офигеть, видели, что я сделал? Прям это был жесткий миллиметраж. Они вообще как-то пошли. Вторая позиция, ребят. Давай, Nissan GTR, давай. И давай, я BMW-шка, BMW-шка против Nissan, ребят. Но я умнее. Ну все, надо его взять троллить чисто. Обмануть. Надо его зажимать. Потому что уже не будет прям кушать. Как я делаю. Ребят, не прошло первый круг, а я уже занял первую позицию. Ребят, дело в старте. И прокачу. Мы все кушаем. Она прямо меня сейчас может немножко догнать. Но это не прям страшно. Запах хорош. Немножко траектории не соблюдем, но ладно, ничего страшного. Здесь она очень хорошо себя ведет. Прям пипец хорошо. Вот здесь вот я вообще, я... Ой, нет. Еще раз. Здесь прям она вот очень хорошо себя ведет. И
Вот из-за этого я здесь просто набираю. Позиции набираю, короче. Мне можно догнать только потому, что мы, допустим, мне можно догнать только напрямую, где мне можно догнать. На поворотах, ну, ребят, давайте судить честно, но какой шанс, что не обгоним? Бот, тем более. На поворотах, ребят. Камон. Вот такие прямых, да, меня могут обогнать. Но там есть прям борьба жесткая. Но на поворотах. Мастер, ребята, мастер. Ну, вряд ли мне сейчас такое, конечно. Прям нужный тайминг, прям нужная траектория. Вообще идеальная траектория. Ай, чуть-чуть, немножко забил. А, кстати, он приближается. Чё, взялся ярко? Себе не хухры-мухры, это близко. Это реально близко, ребят. Не шучу. Это близко. Ну, вот 160 уже жжёт далеко, на самом деле. Да-там! Нет. Ну все, я думаю, я выиграю. Ну все, это ГГ, ребят. Я знаю, да, ребята, это GG. Спасибо за игру. Это все, я выиграю. Это все. Ладно, ребят, на здесь вам раз такой ролик. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Здравствуйте, всем удачи.